рік в першу чергу у нас асоціюється з щедрими на смаколики столами. Але головний ризик такої традиції полягає в тому, що переїдання може серйозно зашкодити організму. Мова йде не тільки про ожиріння, також сильне навантаження шкодить шлунку та печінці. Конечно же, жирные и сладкие блюда ласкают наш мозг, повышают уровень сахара в крови. И мы, конечно же, чувствуя вот это замечательное перенасыщение, ощущаем праздник более ярко и более динамично. Диетологи вважают, что треба переглянуть свое новорічне меню. Конечно же, это должны быть в первую очередь фрукты и овощи. Конечно же, это должны быть продукты из морепродуктов и птицы, и кролика. Мы должны постараться избежать максимально жирных салатов, содержащих большое количество майонеза и сливочного масла. Мы должны в очень ограниченных количествах применять твердые сорта сыра, потому что они содержат по 50, 60, иногда до 70% жира. Алкогольні напої здатні не тільки збільшити вашу тягу до їжі, але й ще й відключити ту ділянку мозку, яка відповідає за відчуття насичення. Алкоголь на самом деле не очень жирный продукт. И в общем-то в небольших количествах я, конечно же, приветствую этот замечательный продукт, скажем, производства человечества. Но мне кажется, нужно голосовать за не очень крепкие напитки, то есть позитивным образом на настроение в новогоднюю ночь скажется бокал замечательного красного сухого вина, а ни в коем случае не лицо в салате после употребления полулитра водки. Насамперед, у день застілля пам'ятайте про наслідки переїдання і частіше ставте собі запитання, а чи потрібно вам це? Ви розумієте, що, чорт побери, скільки ж можна все время держаться на диете, хочется праздника. Но праздник можно устроить в виде каких-то интересных игр, подвижных игр. Мы забываем о том, что нужно не только сидеть за новогодним столом и смотреть поздравления президента, о том, что можно выйти на улицу, в лес, прогуляться, покататься на санках, ну, замечательная погода, сходить на каток и так далее и тому подобное. И эти вещи, они могут улучшить настроение ничуть не меньше, чем вкусный тортик или вкусный какой-нибудь калорийный салатик. Отож, скористайтеся нашими рекомендаціями веселих свят!